очень большие. Во-первых, выиграть, во-вторых, хорошо отдохнуть, и все. Самое главное — выиграть. Я приехал в смену, чтобы выиграть. Положение хорошее, что все хорошо, будет весело, будут много эмоций и много воспоминаний. Я приехала в смену, чтобы получить много эмоций. Ну, хочется, конечно, чего-нибудь такого энергичного, узнать новое и познакомиться, конечно же, с людьми, наверное, из разных областей. Да, и узнать там, например, направления там же всякие, научиться чему новому. Я приехала в смену, чтобы повеселиться, отдохнуть, познакомиться с новыми людьми. Я приехала в смену, чтобы научиться чему-то новому и, конечно же, привести значок ГТО.